18 ноября в Дворце Рассвет состоялось мероприятие для жителей золотого возраста под названием «Празднуем ноябрь». Организатором является Дом культуры «Рассвет». В этот день состоялось праздничное мероприятие, пришли на которое представители старшего поколения горожан. Мы сегодня перевернули все страницы этого календаря, начиная от праздника Единства и закончили самым интересным праздником. Это, конечно, наш день Матери. Но хотелось бы, конечно, много еще взять каких-то интересных дат, но пенсионеры пожилые, и поэтому, чтобы сильно их не задержать, и чтобы надолго они там не засиделись, чтобы в следующий раз пришли, все сделали очень компактно. По словам организаторов, основная цель данного мероприятия – популяризация встреч именно для пожилых людей. Главное – привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. И сегодня они пришли, с полным правом наслаждаются великолепной встречей в их день, отчетливо понимая, да, их любят, их ценят, их уважают. А что может быть более желанной наградой тем, кто подарил любимому городу самое дорогое, что у него было – юность, мечты, сердце? Главное – собрать пенсионеров, людей пожилого возраста, потому что очень мало мероприятий для них проводится в нашем городе. И хотелось, чтобы это вошло уже в план полностью работы на все дальнейшие года, чтобы именно этот проект существовал в полном режиме. И тематические вечеринки, чтобы проводились все в рассвете, и наши ретро-вечеринки, то есть, дискотечного стиля, они проводятся у нас в празднике, в клубе, который находится у нас на ЖД вокзале. Мы там встречаемся два раза в месяц с ними. На мероприятии для зрителей выступили творческие коллективы Дома культуры «Рассвет». Одна песня сменяет другую, один танец стремглав мчится за следующим. Аплодисменты не смолкают, для зрителей это, безусловно, приятное времяпровождение. Очень интересно, нам понравилось, мы первый раз, я пенсионерка, мне 65 лет, тут мы рядышком живем, пришли просто пообщаться, посмотреть. Очень понравилось. Детки выступали. Что вы почувствовали? Омоложение, молодость. После окончания мероприятия все гости поделились между собой своими впечатлениями и строили планы уже на будущие встречи. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».